Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности. Представители РЖД в очередной раз напоминают об этом детям и их родителям. Они проводят открытые уроки в школах, расположенных недалеко от железнодорожных путей. Одна из таких есть и в Люберцах. Выше каждого вагона, безусловно, лучше видно все природные красоты на извилистом пути. Только ими любоваться очень долго ты не сможешь. На одном из поворотов, несомненно, упадешь. У учеников 3-х и 4-х классов 8-й школы сегодня совместный урок ОБЖ. Тема – правила поведения на железной дороге. В роли временных учителей выступают представители РЖД. Кто, как не они, знают об опасностях этого объекта и о том, как нужно себя вести, чтобы уберечь жизнь и здоровье. Ведь все знаки установлены не просто так, да, а они установлены для того, чтобы люди, подойдя к железнодорожным путям, увидели, что, да, что переходить нужно обязательно в установленных местах. Место для проведения беседы выбрали не случайно. Буквально через дорогу от 8-й школы на улице Электрификации станция Панки. Железная дорога зачастую становится объектом внимания детей младшего школьного возраста. Такие мероприятия проводятся для профилактики травматизма детей на железнодорожном транспорте. Я думаю, что да, до детей дошла информация, но потому что дети еще пока маленькие, и они все-таки впитывают в себя ту информацию, которая им предоставляется. Нельзя делать, как некоторые люди, перепрыгивать через заборы и бегать по дорогам, ведь может сбить поезд. Нельзя кататься на поездах. Можно получить штраф большой суммы, получить травмы или умереть. Подобные встречи со школьниками сотрудники РЖД проводят каждый месяц в разных округах Подмосковья. В Люберцах такая же акция запланирована во 2-м корпусе 8-й школы в поселке Вуги. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.